Харьков, 16 марта, 14 год, 13:35 по Киеву. Референдум об автономии Харьковской области, я так понял. В общем, пророссийский. Пророссийские видео. Не надо, я верю на слово. Харьков, 16 марта, 14 год. Российский митинг и ветер 9,5 метра, не в нашу пользу. Сейчас около 14 часов по Киеву, то есть это уже 2 часа здесь митинг. Харьков, 16 марта, 14 год. Пророссийский митинг с одной и второй стороны площади Свободы. Народу немало, но и не так, чтоб сильно много. Милиции более чем достаточно, так что думаю, что все будет тихо, мирно, если специально провоцировать не начнут. Харьков, 16 марта, 14 год. Пророссийский митинг, 14:08 по Киеву. Референдум за автономию Харьковской области. За федерализацию Украины, ну, в общем. Отделение, больше самостоятельность или даже отделение присоединения к России. Кто за что? Это броуновское движение по площади Свобода. С одного митинга переходят люди на другой. Часа два уже митинг идет, потому что на 12 был назначен референдум этот. Милиции там и перед входом в областную администрацию много, и по периметру здания стоят. Штурму дела вряд ли дойдет.